И всем привет, друзья! Всем привет! У нас очередная закупка в магазине Walmart, которую будет представлять моя красивая жена. Спасибо. Много купили чего интересного, полезного и неполезного. А что, не полезно вообще в этот раз? Немножечко купили. В общем, все сейчас вам покажем. Предлагаю немножко раз... Это, скорее всего, будет необычнейшая закупка, потому что она тематическая, и у нее уклон идет на одно событие, которое нас ожидает в будущем. Не пропустите. Поэтому начинаем. Начинаем. Итак, кто же угадает, что будет за событие нескромное? Ну что ты глазки опустила так? Друзья, значит, купили мы воду обычную, в бутылках. А, да, воду. Самая дешевая, наверное, ну, от Гравитуалю, 3 с копейками. В общем, вода надо, чтобы была всегда и везде. Купили мы Кока-Колу, Кока-Кола в баночках, 12 штучек. То просто рядом лежали, и ну, мы обычно прихватили, да, как всегда, случайно. А не было 2-литровых вообще в первый раз в жизни. Да. Мы зашли в Walmart, 2-литровой колы оригинального вкуса не было вообще, поэтому взяли в баночках. В общем, в поездку поедет с нами вода и Кока-Кола. Да, и все. И красная картошка. Красная картошка – это наш самый любимый сорт. Покупаем постоянно, готовим с нее еду. Очень вкусные блюда получают. Не знаю, я вижу разницу, я чувствую, а то нет. Поэтому покупаем то, что мне нравится. Да, короче, то, что Лена решила, то и покупаем, потому что она... Хозяйка этой кухни, друзья, кто не знал. И моего желудка. Да-да-да. Сок апельсиновый от Тропикана, очень вкусный, тоже поедет с нами. Куда поедет? Мы же ничего не говорили. Куда-то, а я не говорю. Да, поедет с нами. Короче, с нами поедет вода и сок. Так как это тематическая закупка, то... Да-да-да, мы скажем в конце. Трава поедет с нами. Листья салата. Бурьян тоже поедут с нами. Надо еще как-то довести, да, это все дело. Ну, листья салат. О, кстати, смотри, видишь, выращены без жучков, типа. Да, и с землей уже. То есть надо, да, да, я же что я хотел показать, что они там стоят в земле, то есть сохраняют более свежий вид, да, чтобы они дожили до того момента, когда мы будем готовить вкуснейшую вкусняшку. Да, не пропустите. Так, помидорки черри или виноградные? Помидорки черри. Ладно, ассорти очень вкусные. Это уже домашняя закупка для дома. Вот салаты пакетированные, готовый микс тоже поедут с нами. Мы тут снимаем. Ну, вроде как аппетитно на картинке. Это смотрится. Мы новый взяли, да? Чопки. Я не помню. Did the walk start gardening? Это обычный цезарь. Миюша к нам, да, присоединилась. Давай, залазь. Это необычный, это твистед. Ну. Twisted Caesar Chopped Salad Kit. То есть, в принципе, там, как смотреть. Есть. А, и третьего. Да. И вот этот Buffalo Ranch, ну, как на мои вкусы, он самый любимый, вот этот. Потом, смотрите, здесь просто идут листья салата. Да, здесь а уже то все капустные. Да, все капустные, все такое. Но здесь еще добавляются такие вот... Разные соуса. Да, зернышки, крутоны. Миша хочет представить... Представляю. Товар. На. Давай, показывай, рассказывай, что это. Что это? Паштет. Патте. Паштет, ну, типа ливерная, ну, на колбаса. Ливер, так и пишут ливер. Но... Не такая ливерка, как у нас. Да. Скажи, ливер. В общем, паштет. Очень вкусный, друзья. Мы вот этот пробовали. В прошлый раз покупали. Очень вкусный. Миюша ест с маслом, так, ну, бутербродиком. Да. Вот этот файн, а здесь типа идет с травами. Хорошо, а файн это что на английском? Ну, мне кажется, простой, типа, да, стандартный. Так, вот это мы взяли для хот-дога. Для, да, хот-дога. Что, ты сейчас хочешь? А мы другую булочку, да, тебе дадим, да? В общем, некоторые ингредиенты у нас уже есть, чтобы приготовить такой хот-дог, а некоторых нет, поэтому пришлось докупить. Сосиски есть просто-напросто. Молоко! Молоко. 3% жирности, 4 литра. Пьет вся семья.
Ну и мы едим, смотрите, как все распределяется. Да. Большинство пьет Миюшка и Ульяна. А ты? Потом я и Миюшка едим хлопья. Потом Ульяна делает какие-то смузи-шмузи непонятные, ну короче. Я с кофе с молоком пью. Да, Лена кофе с молоком. Да. Короче, я, как ты сказала, вся семья пьет. Да. Взяла я, взяли мы капусту молоденькую. Да, что две. Свеженькую. Две на голубцы. Друзья, так хочу голубцов. Молоко, а ты? Да. А ты? Голубцы? Да. Да. Я вообще не откажусь, все, что ты готовишь. Я на все согласен. Милк, милк. Милк. Взяли мы, купили мы томатный соус от фирмы Classic. Это очень вкусный соус. С помидором и базиликом. Ага, супер. Я постоянно такой соус покупаю. Да. Ну давай, мы сейчас закончим, окей? Зрителям все покажем. И потом мы тебе обязательно нальем молочка. Окей? Так, взяли окей? Мы чиабатту. Будешь чиабатту? А-а-а. Взяли мы чиабатту, друзья. Хлебушек. Это итальянский хлебушек. Такие вот булочки. Форма, мне кажется... Другая? Нет. Написано, что чиабатта банс. Ну, да. Просто в костке чиабатта треугольнички. А, ну да, 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 да. Да? В общем, попробуем. Это, этой фирмы мы не пробовали. Окей. Ну, нарисованные ну, да. Бутерброды, сэндвичи. Попробуем. Ну, для бургеров и сэндвичей. О, бургеры мы не пробовали с чиабаттой, кстати. Можно как-то заценить. Семки. Со вкусом. Семки это, да, в дорогу, куда мы будем ехать, поэтому... Со вкусом dill pickle, маринованного укропа или что там? Да, а еще маринованного укропа. Ага, ага, как? Мне кажется, это вкус маринованных огурцов, где входят и укроп тоже. Ага, ну ладно, я не помню, но поговорил. Колбаски. Да, колбаски. Мы их сейчас и заценим. Тоже в дорогу взяли. Вот такие вот. Сдутаешь? Ланчмейты, они все такие. Это Миюшки на всякий случай. В общем, хот-дог. Такая вот лепешечка, маленькая-маленькая сосисочка, картошка. Шнайдерс. Не просто да, там какая-то, да. А Шнайдерс. Потом крекер, колбаска и конфетка. Вот. Это в одной пачке все. То есть да. Такое ланч. Ланчмейты, как и написано. С ее любимыми да. Миньонами. Поэтому будем кушать. Так, в дорогу на всякий... Нет, не в дорогу, уже туда, куда приедем. На всякий случай взяли Мирину вермишель быстрого приготовления. Потому что да. На всякий случай. Оно точно не пропадет, даже если мы не съедим. В готовке у нас будет просто немного ограничено, поэтому мы... Да, это и попробовать себе, чтобы убедиться, что это реально вкусно. Или а невкусно. И да. Чтобы мы больше не брали. Да, мы брали. А это мы брали? Да. А, это ты нудлс показываешь, а я что-то о другом подумал. А что ты? Просто мы брали без чашечек вот этих. А нам надо с чашечком, чтобы было удобно. Короче, запарить вермишель быстрого окей. Приготовления. Ты что? Все. Значит, взяли вот такой вот рис. Я так понимаю, он полуготовый. Типа, да, как бы. Быстро. Но можно использовать микроволновку, а можно немножечко отварить ага. До готовности. Ну, да, да, да. Если что, это Миюша, если она не будет нашей есть деликатесой. А, в смысле Миюша? Миньюша, миньона. Но она не совсем бывает, хочет бургер. Или хот-дог, или и поэтому ребра, да, мы ей предлагаем стейки. Все, а то, что она не ест, съедаем. А дальше уже идет вход вот это. Супер. Супер у нас сегодня закупка. Так, это тоже это на десерт взяли по да, шоколадке. Четыре шоколадки. Мия, принеси свои новые санглассы, покажи. Очки, о, где да, твои очки? Где твои глазки? Давай, покажи нам всем. Где ты их оставила? Вон давай. Там возле телевизора лежит, да? Принесешь? Давай. Иди, неси. Иди, мама, неси, давай. А где? Я сейчас примерю, да? Да она ж там возле телека только что стояла. Чем в машине оставила? Нет, здесь. Она и спать будет с ними. Ну да. И с бутылкой, и с очками, и... 7 или 8 долларов новые очки, мишки. Фига себе!
Дядя. Сколько деньжищ мы потратили. А ну одень, померяй, давай покажем. No? Окей. Йогурт. Миюша, будешь йогурт? Да. Да, отлично. Банан, клубника. От йогурта она не отказывается. Так, на. Гуль-г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 уль. Не смеши. Взяли бананы. Наконец-то. Взяли бананы. Зеленые. Еще одну баночку томатного соуса. Я и в борщ, кстати, добавляю именно такой соус. Очень вкусный. Да, томат с базиликом. С базиликом. Так, два помидорки. Вау! Угу. Два помидора, это чисто для бургеров. Мы большие взяли их. Да. Значит, кофе. Вернее, капучино. А фирма Мока-Шмока. Да, Мока-Шмока. Вообще. Короче, взяли, да, попробуйте, как я и сказал, у нас в готовке будет ограничено. Поэтому взяли вот такой вот капучино, не сладкий, 10 пакетиков. Перебиться на это время, да и все. С утреца. Да. Свежий. Ладно, не буду говорить дальше. Ну. Так, а сколько там штучек? На арабском. Продукт Польши, кстати. Не знаю, а 10 штук, 10 штук. Ого, а почему такая большая упаковка? Ну, может, там большие эти. Стики. Колбаску. У нас Миюша мясная душа. Любит бутерброды, кстати. Колбасы, да. Угу, смотрите, да? Короче, от фирмы Harvest, да. С чесноком, кстати. Ну. Сейчас бы нам написали, что чеснок тяжелый на желудок, ну и так далее. Взяли, мы давно не покупали чили, блюдо чили. В общем, что это такое? Разогреть в кастрюле до кипятения, да? Да, спайси чили, ты просто да, там помешиваешь. Там фасоль, мясо, да? Угу. С мясом же? Стандартно с бифом идет. Так, ground beef, да. Да, супер. Ну и все, это мешает. Короче, национальное блюдо. Прикольно. А, кстати, от Тим Хортенс, это наша... Да. Любимая кофе? Ну, не любимая. Не, не любимая. Любимая кофе в дорогу. Тим Хортенс. Любимая кофе находится в дорогу. Ну, не, да. Ладно, любимая кофейня, на которую мы смотрим из окна. И представляете, это брендовый этот, ихний... Да, у них и супы, и вот эти штуки, каши. Так, тоже... Так, ну это мы уже пошли по вреденным, да, вредным продуктам. Кукурузные палочки. Вот это чипсы. Едим, любит и Антон, и я, и Ульяна. Да. Мы Мии острый не даем. У нее свои там. А мандарины я показывала? Какие-то приколы. Нет, мандарины, наверное. Это Миюшек можно достать. Да. Мы так достали, что никто не заметил. Да. Брали в прошлый раз очень-очень сладкие. Да, очень вкусные, свежие такие они. Взяли еще раз. Ты все, допила так быстро? Вот то ты молодец. Вот то ты даешь. Давайте еще. Друзья, взяли, мне кажется, мы когда-то пробовали такую вот штучку, Олюсенька. Коля, скажи привет. Ты... Какое? Продукция Колумбия. Так, ну все, давай, Миюша. На, смотри. Так, короче, взяли мы Фисалис. Вы вроде когда-то брали, они вроде какие-то сладкие, да? Ну, какие-то ягодки. Вообще попробуем. Golden berry, golden berry. Uh-huh. Да. И вот berries. Blueberries, да. Uh-huh. Так, Коли. Взяли маленькую упаковку сметаны. Вот этой фирмы очень вкусная. Ну, 14%. Но от Kirkland еще вкуснее, да. Да, я думал, мы от Kirkland такую же покупали. Похожая, да? Упаковка, ну, просто. Еще одну упаковочку йогурта, посмотрите, с какой скоростью. В прямом эфире смертельный номер был, выпила целую баночку йогурта. Поэтому мы взяли две упаковки в этот раз. Да, молодец. Яблоки, новый сорт, но пахнут. Да. Ну да, желтенькие. А что за сорт? Super Fresh Gorge, Apple, не знаю, ничего не написано. Окей, так. Яблоки. Макадемия. Так, макадемию. Мы вот после Костка полюбили вообще.
Здесь она идет dry roasted salted, но я бы не сказал, что она прям супер соленая, но все равно классные, классные орехи. По $7 пачка, $7  200 грамм. Ну, дороговато, конечно, лучше в Костко брать большой пакет. Но полезно. Но орехи вообще, Миюшка за две щеки напихает себе и все, и сидит жует. Креветки. Да. Готовый уже соус. Да, мы их сейчас разморозим. Тоже едит вся семья. И это поедим. Вкусно и полезно. Ну. Так, значит, взяли да. Мы. Вообще. Да, и она хочет посмотреть. Да, да, смотри. Взяли мы свиной фарш 454 грамма. Планирую приготовить гнезда. Такие таглиолини. Смотрите, ждите гнезда. В нашей передаче. Главное, чтобы деревьев хватило. Да, да, да. Будем высиживать. Так, взяли мы еще бедрышко, да, куриные. 14,32 кило 650 по весу. В общем, там много чего можно приготовить. Ну, в общем, планы у тебя есть? Да. Зеленый борщ. Ну, например. С курицей. И просто пожарить остачу. Ну в духовке все. Запечь, да, как идея. Так, друзья. Все? Или еще нет, что-то? Еще немножко. А-а-а. Тоже спасать. Если она не хочет ничего такого есть, то... То ест мак энд чиз. Да. Ну, в принципе, хотя бы вот эту полную баночку съедали. Кимчи, мивину, это едим мы. Да. Вот детям обычную, она без разных специй, а наша островатая идет. Хотя она не выглядит прям как на картинке тут. Ну, тем не менее, самое вкусное. А еще пюре. Мы в прошлый раз брали сухое пюре. Друзья, такое вкусное. Да? Миюшка прямо оценила. Масляное домашнее, как тут написано. Ну, Battery вкуснее даже, чем моя. Да? Знаешь. Вау. Ну, мне понравилось. Может... Не знаю. Ну, Миюша съела, это уже показатель. Ну. Так, упадешь, дочь. Все? Что, все так быстро? Давай к нам. Ну вот смотри, ага, на что внимание обратила. Шоколадки. Так, ну хорошо, давайте я скажу счет. Итак, друзья. Какой же у нас счет? На таком, за такой шикарный стол с продуктами счет получился... Та-дам! $248. Отлично, отлично. Ну, $10 было по накопительным. Хорошо. Заплатили мы 238, прикол. Давно мы такие цены. Вообще, смотрите, взяли мясо предостаточно на неделю. Курица, креветки, свиной фарш. Потом перекусы в виде пащетов, колбаса. С мясом мы хорошо взяли. И фрукты взяли, овощи взяли. Короче, если, допустим, сыры убрать вот эти вот легкие продукты, да, то можно, в принципе, еще подэкономить, если чипсы убрать. Да, да, да. Можно до $200 и вложиться, ты знаешь. Ну, хорошо, мы молодцы, ты молодец. Поэтому будем... ждите наши заготовки моей любимой жены. А куда мы едем? Мы сказали? Да, давай, говори. Короче, мы едем... А зачем это говорить? На кемпинг едем, друзья. Так, да, едем мы на кемпинг. С палаткой в лес, в горы. Ну, единственный минус, у нас фаербан, поэтому готовить мы будем чисто такое, на сковородке. А вдруг повезет, и в тот день, когда будем ехать? Да, может снимут, может нет, но будем готовить на плитке, поэтому мы взяли так все по-быстрому, чтобы не заморачиваться. Ну, бургеры будем, да, жарить. Попробуем. В смысле первый бургеры? Раз. Котлеты. Котлеты. И все. Ну, бургеры. И какая разница? Хот-доги. Сосиски, да. Так, ну все. И ребрышко, ждите, да. Стейки. Ой, все, да. Фух, а вообще представил. Главная цель туда не есть ехать, а отдохнуть. Отдохнуть. Ну. Там очень красивая природа. Вообще. Да, мы туда, в то место, поедем в первый раз. Поэтому не пропускайте наше видео, да. Все. И далеко ехать, да? Ну, часов 5, по-моему. О, господи. Все, всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем огромное спасибо, кто был сегодня с нами. Оставайтесь счастливы вместе с нами. Всем пока. Всем пока.